Тогда начнем. Всем добрый вечер, хорошего настроения. Думаю, что вебинары проходят у нас реже, но надеюсь, что вы их передаете своим партнерам, и они слушают, и какие новости у нас есть, и как мы можем двигаться. Сегодня на этих моментах остановимся по ходу презентации более подробно. И давайте тогда начнем. Мы работаем в очень хорошей компании World Money. Она действительно хорошая, потому что предлагает очень много вариантов, на которых можно зарабатывать. На некоторых из них мы уже присутствуем, то есть зарабатываем деньги. Кто такие мы? Вы уже все знаете, что это команда Real Money Club. И, соответственно, перевод – это реальные деньги, клуб реальных денег. И у нас свое командное движение. То есть мы идем своим путем, каким именно это входим и закрываемся в порядке живой очереди. То есть, если зашел 50-й, следующий закрывается 51-й. Но на этой теме мы на отдельном слайде немножечко подробнее остановимся, потому что есть изменения, и я думаю, что каждый из вас поддержит в этом изменении абсолютно всех. Я их на прошлом вебинаре озвучивала. И сейчас просто более подробно остановимся, потому что многие не понимают, как это. Итак, чем мы отличаемся еще? Это одноразовым мягким входом. То есть один единственный раз мы из кармана вытягиваем 2000 рублей. Все, больше мы из кармана не вытягиваем ни копейки, двигаемся только уже из заработанных. И, соответственно, если у нас 2000 вход, соответственно, есть и обязательства. По обязательствам тоже поговорим, когда будем на отдельном слайде рассматривать именно нашу стартовую площадку. У нас существует своя дорожная карта, по которой мы движемся, и сейчас мы ее разберем. Но начнем сначала с маркетинга, потому что у нас несколько площадок, на которых мы работаем. Первая площадка, на которую мы заходим, это площадка Auto Energy Mini, и именно эта площадка для нас является стартовой площадкой. Вы видите, что в ней есть 5 столов, но мы с вами заходим сразу на третий стол, то есть начинаем с третьего стола. Почему именно с третьего? Я уже думаю, каждый понимает, что первые два стола – это будет очень-очень длинный путь к доходам. Поэтому, а доходы здесь незначительные. Поэтому, да, вход как вроде бы и такой мягкий, очень 500 рублей. Но внеся 500 рублей, мы очень долго будем двигаться к вот этим деньгам. А наша цель, именно нашего движения, именно нашей команды создана для чего? Для того, чтобы мы могли выйти на хорошие, большие деньги. То есть не вот эти деньги нас, они интересуют нас только в том плане, что мы должны перейти дальше. Не эти деньги, я думаю, что каждый из вас точно так же зашел, не заработать именно эти деньги или эти, а все-таки выйти на хороший доход. Понятно, что к большим деньгам путь длиннее, чем к маленьким, но тем не менее он существует, и у нас он есть. Путь действительно не такой короткий, но не такой короткий еще, я считаю, что и по причине активности партнеров. Потому что нельзя зайти на 2000, встать и ждать, когда тебе упадет миллион. Нужно приложить некоторые усилия, о которых мы поговорим несколько позже. Итак, заходим на площадку Auto Energy Mini, сразу в третий стол. Он является накопительным для нас. Накапливаем 6000, переходим в следующий, четвертый стол. И как только первый партнер становится, мы зарабатываем 3000 рублей, доступные к выводу эти деньги. И зарабатываем, еще реферальный бонус здесь существует. То есть 3 раза по 1000, когда становимся вышестоящим партнером. Что такое вышестоящий партнер? Давайте разберемся. Если вот это стоите вы. Так, пожалуйста, микрофончик нажмите. Выключите, спасибо. Это стоите вы, это ваш партнер, который стоит под вами. Соответственно, вот когда у каждого партнера, который стоит под вами, появляется по первому, не второй, не третий, а именно по первому партнеру, из каждого этого партнера мы зарабатываем реферальный бонус 1000 рублей. Таких 1000 рублей будет 3 раза. Такой доход у нас будет 3 раза. Дальше. Здесь, естественно, есть реинвест. Реинвест в третий стол. Но реинвесты мы не заполняем, потому что для нас это стартовая площадка, и нам не надо удлинять путь. Нам нельзя удлинять путь, поэтому мы с вами реинвесты не заполняем. Они у нас не рабочие. Они существуют, но не рабочие. Деньги нам не приносят.
Итак, деньги от второго и третьего партнера у нас идут в накопление для перехода в следующий пятый стол. Он стоит 12 тысяч. И вот здесь уже от каждого партнера нам идет доход по 12 тысяч. Как распределяются вот эти все деньги, рассмотрим на отдельном слайде, на котором будем разбирать конкретно работу на стартовой площадке. А сейчас пока пройдем по следующей платформе. Это AutoEnergy. И вот именно эта платформа, за которую я и говорю, что наш путь совсем к другим деньгам. То есть вот здесь уже совсем другие деньги. Вся эта платформа нам приносит первый раз 2 миллиона 610 тысяч рублей. Давайте посмотрим, каким образом. Вход в эту платформу 30 тысяч рублей. Мы на нее будем заходить из заработанных денег, то есть не из кармана. Как только становится первый партнер, вам будет доступно к выводу уже 30 тысяч. То есть вошли на 30 и при первом же партнере забрали их. В этой платформе абсолютно все доходы на вывод, то есть деньги в карман. Итак, в первом столе деньги второго и третьего партнера уходят в накопление для перехода в следующий стол стоимостью 60 тысяч. И вот здесь при первом же партнере мы зарабатываем уже 40 тысяч. Это 40 тысяч основной доход. Но в этом столе существует реферальный бонус. Я не буду уже повторять, что такое вышестоящий партнер. Мы разобрали на предыдущем слайде. И хочу сказать только, что когда мы становимся вышестоящими партнерами, мы 3 раза зарабатываем по 20 тысяч. То есть в этой платформе, в этом столе реферальный бонус составит 60 тысяч плюс основной доход, и он нам приносит 120 тысяч рублей. Именно этот стол. Деньги от второго и третьего уходят в накопление 120 тысяч для перехода в следующий третий стол. Он чисто накопительный. Накапливаем с вами 360 тысяч, переходим в четвертый. И здесь уже зарабатываем точно так же, как и на втором столе, только другие деньги. То есть от первого партнера наш основной доход составит 200 тысяч рублей. Когда мы становимся вышестоящим партнером, мы трижды получим реферальный бонус по 40 рублей. То есть реферальный бонус здесь 120 тысяч, плюс основной доход 200. Итого этот стол принесет уже 320 тысяч рублей. Здесь же мы получаем сразу же реинвест. Вот здесь наши реинвесты рабочие. То есть мы переходим реинвестом в третий стол. Он становится уже также в свою позицию, на свое место и начинает работать. Потому что здесь уже регистрация будет проходить 1-3. Это мы тоже рассмотрим. И, соответственно, все реинвесты будут приносить нам доход. Ребята, одну секунду. Итак, мы остановились с вами, четвертый стол мы просмотрели, и получается, что деньги от второго и третьего партнера идут в накопление, переходим в пятый стол, и вот здесь деньги от каждого партнера по 720 тысяч полностью на вывод. Еще раз повторяю, что реинвесты здесь рабочие. Первый раз эта платформа приносит 2 миллиона 610 тысяч. И все последующие разы это, естественно, за минусом первого и второго стола, так как мы реинвестом возвращаемся на третий. И уже с третьего, с четвертого и пятого зарабатываем деньги. Итак, давайте пойдем дальше. Ага, пожалуйста, микрофончики. Так, нам сегодня помогают. Рассмотрим следующую платформу. Платформа World Money. На нее нужно обратить особое внимание, потому что она в нашем движении принимает такую очень важную роль. Именно эта платформа. Вот смотрите, для того, чтобы в нее войти, первый стол стоит здесь 1000, второй стол 2000 рублей, третий 6 и четвертый стол 5000. Итого это составит в общей сложности 14 тысяч рублей. Почему я начала именно с 4 столов? Потому что именно в эту платформу мы будем заходить сразу на 4 стола за 14 тысяч. Движение здесь, вот особенно вот в этих 3 столах, очень динамичное. Поэтому первые 10 тысяч мы зарабатываем, переходя сюда, довольно-таки быстро, потому что здесь есть 2 реинвеста, которые идут в первый и второй стол. Плюсом мы покупаем первый и второй стол. Поэтому движение здесь происходит очень быстро.
Не буду рассказывать обо всех столах, какие здесь переходы. На слайде это хорошо видно. Можете потом остановить нашу запись и посмотреть, если кто-то хочет разобраться. Остановлюсь на шестом столе, потому что он нам приносит в этой платформе именно самый большой доход. Дает он нам доход 70 тысяч. И вот эти 70 тысяч, деньги из, сумма из, этой, из этих денег будут использоваться для перехода в следующую платформу. Что еще дает нам вот эта платформа World Money? Это автоматический переход в следующую платформу Golden Ring. То есть хотим мы или не хотим, закрыв эту платформу, мы каждый раз при каждом закрытии будем переходить в Golden Ring. То есть у нас будут еще такие вот места дополнительные в этой платформе, именно в Golden Ring. Но при этом мы остаемся работать и в World Money. То есть деньги здесь тоже зарабатываем. Давайте теперь рассмотрим именно эту платформу Golden Ring. Что это за платформа, что она нам дает, потому что мы в нее перешли как бы автоматом. Но это очень хорошая платформа. Она денежная, несмотря на то, что состоит из трех блоков, и каждый блок семиместный. При ручной расстановке здесь первые 20 тысяч зарабатывается довольно-таки быстро. То есть не надо ждать, когда заполнится полностью эта матрица. Достаточно трех партнеров, которые переходят за вами. Они дают реинвест. И получается всего три партнера и доход 20 тысяч. Каждый блок работает одинаково, абсолютно одинаково. Но отличие этой платформы от других то, что на каждом блоке мы имеем реинвесты. То есть в каждом блоке мы остаемся работать. Нет такого, что закрыли первый, перешли во второй, закрыли второй, перешли в третий, и только третий дает реинвест. То есть на каждом столе, в каждом блоке, это здесь называется, мы зарабатываем, остаемся зарабатывать деньги. То есть приходят за нами следом партнеры, мы закрываем свой реинвест, соответственно, получается, что мы здесь зарабатываем. Перешли дальше, опять-таки здесь зарабатываем. И в третьем столе точно так же зарабатываем. Первый и второй дает нам доход по 20 тысяч, а вот третий блок уже дает нам доход 280 тысяч. Помимо этого, этот блок, третий блок, каждый раз по закрытию дает нам еще следующие вкусняшки, то есть такую помощь и очень немаленькую помощь. Это 10 клонов первый стол платформы World Money и один клон в четвертый стол платформы World Money. Плюсом к этому дает еще 50 клонов в маленькую платформу Payday, которая приносит небольшие деньги. Каждое ее закрытие дает нам доход 3600 рублей. И вот эти 50 клонов закроют эту платформу как минимум два раза. То есть абсолютно без нашего участия идет движение и такой дополнительный небольшой, но приятный доход. А теперь давайте перейдем к нашей стартовой площадке и разберемся в ней очень подробно. Что и как работает, как мы переходим, как мы двигаемся и чем она для нас важна. Вот я каждый вебинар повторяю, да, вот рассказываю о платформе AutoEnergy, World Money, Golden Ring, что там деньги, что именно туда мы стремимся, что не вот это наша цель, это не наша цель, это наша работа. И именно стартовую площадку мы должны с вами работать и рассматривать именно как работу. Если мы здесь работать не будем, то, соответственно, и денег большие, на большие деньги мы перейти не сможем. Поэтому вот этот участок самый важный, и даже не полностью участок, а именно вот этот стол самый важный, потому что отсюда все начинается. Давайте рассмотрим. Мы с вами заходим за 2000 один единственный раз, занимаем здесь свое место. Под вас ставится два партнера, а вот третье место закрывает техаккаунт. Техаккаунт – это деньги от наших партнеров, понимаете? И плюс от нашего техаккаунта, который тоже работает. То есть деньги от наших партнеров. И к этому нужно относиться серьезно. Если партнеры, которые сюда подошли и закрылись первый раз, отдают эти деньги на продвижение новичков, я так думаю, что это дорогого стоит. Плюс это обрезает юбку на одну треть. Может, кому-то это кажется маленькое обрезание, такое урезание нашего движения, да? Как бы сокращение нашего движения. Я считаю, что очень хорошее, потому что когда третье место мы закрываем техаккаунтом, его не надо будет дальше закрывать. Эти деньги от него идут чисто в накопление вам.
Соответственно, вот эти деньги от наших партнеров просто идут в помощь и для накопления, и для закрытия первого стола. Дальше, когда мы переходим в следующий стол, мы с вами зарабатываем при первом же партнере 3000. Да, они доступны к выводу. Мы зарабатываем еще с вами к тому же еще 3000 реферальных бонусов. Реферальный бонус делится таким образом. 1000 идет к вам, а вот 2000 остается в накоплении. Дальше вы поймете, зачем именно вот это накопление у нас. Итак, давайте дальше посмотрим. Вот когда вы перешли сюда, заработали вот эти деньги, закрыли этот стол, переходите уже в пятый стол, и здесь от каждого партнера вам идут деньги. Несколько видоизменила я вот этот участок. Почему? Потому что когда закрывается первый партнер, становится под вас, вот эти деньги мы должны отправить на техаккаунт для закрытия вот этих мест. Но мне очень тяжело закрывать вот это место, искать партнера, просить, чтобы он перекинул деньги. Пока таких особых проблем не было, но с поиском проблемы есть партнеров. Поэтому было принято решение, что закрываться у вас именно в вашей матрице будут первое место и второе место. Первое место, заработав 12 тысяч, плюс к ним идут вот эти 2 тысячи из накопления. Они у вас есть, да, от реферального бонуса во втором столе. Получаем 14 тысяч и уходим сразу же на World Money. Поэтому, если сейчас вы видите у себя в кабинетах, что у вас закрыто всего лишь одно место, и вам не надо перекидывать на техаккаунт, а тем не менее вы переходите на World Money. Именно так сейчас и будем делать, потому что мне это облегчает работу в том плане, что не надо мне разыскивать людей. Второе место, когда закрываются, это уже ваши деньги. То есть эти деньги на вывод в карман. Поэтому вот именно с 36 номера мы начали так работать. До 36 мы закрывали все места, и первый доход уходил на техаккаунт. Теперь давайте остановимся на вот этом моменте, да? Потому что это тоже немаловажный момент, и я хочу, чтобы вы внимательно прослушали и донесли это до своих партнеров тоже. Значит, сейчас вот именно партнер, который здесь закрывается, и у него нет личников, да, здесь он закрываться не будет. Он перешел сюда, но здесь закрывать мы его не будем, потому что у него нет лично приглашенных. Да, вы мне сейчас скажете, наверное, что было иначе, что мы могли заработать деньги и проплатить своих партнеров, да, то есть прокредитовать или там подарить, это уже как кто хочет. Но уже есть случаи, когда человек зарабатывает деньги, у него нет лично приглашенных, и все, человек просто забирает эти деньги. Поэтому закрывать вот здесь партнера мы будем только тогда, когда есть лично приглашенный. И я думаю, что все партнеры, у кого есть лично приглашенные, они со мной согласятся. Почему? Потому что вот есть несколько команд, которые реально работают. Работают, приглашают, двигаются, а у них закрытия нет, потому что их партнеры ушли на то, чтобы закрыть того, у кого нет партнеров, да? Поэтому именно такое вот решение на лидерском совете было принято, меня все лидеры поддержали, надеюсь, что они в своих командах эту информацию донесли. Если же не донесли, очень прошу вас, что, пожалуйста, сообщайте своим партнерам. У нас есть еще одна новинка, которой мы можем пользоваться. Потому что очень много людей, которые зашли, уже активные в том плане, что они внесли 2000 рублей, но приглашать или не могут, или не умеют, или не хотят. Есть такие, да? Есть партнеры, которые хотят просто зайти на пассиве. Еще раз хочу подчеркнуть, что на пассиве, а не на инвестиции, да? Это не инвестиционный проект. И здесь не будет капать от того, что вы внесли 2000, капать вам что-либо. То есть точно так же, в такой же очереди, если человек заходит на пассиве, он будет закрываться, но пассив его будет выглядеть таким образом. Если для человека, который заходит и работает, приглашает, да, пригласил двух партнеров, у него вход 2000 рублей. Кто желает войти на пассиве, у него вход будет составлять 6000 рублей. Почему именно 6000?
Из них 2000 будут уходить для того, чтобы его активировать, то есть купить ему место в нашем движении. А вот 4000 будут уходить на техаккаунт. Вы уже видели, да, что у нас в чате было выложено, что есть 4000, проводится на них акция. Что это значит? Потому что акции рознь, чтобы вы понимали, что они разные. Вот это нечастые деньги, да, потому что нечасто люди заходят на 6 тысяч, 2 забирают на активацию, вернее, идет ему, а 4 тысячи уходит на акцию. Именно из вот этих денег, потому что я прописываю, допустим, когда выкладываю в чате объявление, что есть партнер, от которого поступило 4 тысячи для проведения акции. Акция такая, что вы можете, люди, у кого нет личников, или команды, у которых есть партнеры, либо еще там приглашение, да, делаете. Вы можете сюда пригласить партнера за 1000, то есть полцены за 50%. Вот 4 партнера приглашаются по 1000. Не 2 партнера по 2000, да, а именно 4 партнера по 1000. Поэтому именно вот эту акцию можно использовать тогда, когда она бывает. Почему я так говорю? Потому что у нас с сегодняшнего дня будет действовать, сегодня вечером будет выложен скрин на эту тему, текст на эту тему, и, соответственно, будут у нас акции, которые будут длиться всего лишь 2 недели, то есть до 15 числа. И акция эта будет короткая и на небольшую сумму. Просто хочу посмотреть, как это будет работать и вообще интересно ли это людям, потому что за 2000 не могут. Посмотрим, как будут приглашать за 1300. То есть по акции в течение 2 недель мы можем пригласить, по количеству партнеров это тоже ограничено, пригласить 33 партнера. Всего лишь 33 партнера, поэтому и сроки ограничены. То есть в течение 2 недель 33 человека мы можем пригласить, вход, который будет составлять 1300 рублей. 700 рублей я буду доплачивать. То есть это акция конкретно от меня. И дальше будем смотреть, потому что нужно посмотреть, как это пойдет, работает это или нет. Мне тоже не хочется свои деньги выбрасывать на ветер, понимаете? Потому что сейчас как-то поймали тишину. Но я, наверное, очень рано сказала, что будет акция, потому что все-таки я смотрю, что люди интересуются, пишут. Но, наверное, поймали тишину в ожидании акции. Поэтому вот это первая акция, которую мы сейчас проведем до 15 числа, вход 1300 для 33 партнеров. Поэтому торопитесь, чтобы успеть попасть в эту акцию. Но хочу сказать, что в любом случае она будет не последняя, когда следующее сказать не могу. Поэтому давайте сейчас очень активно включаться в работу, потому что сейчас буду выносить вопрос на обсуждение на лидерском созвоне. Следующий, потому что люди заходят, активируются, проходит много времени, а у них нет ни единого партнера, ни единого, да? Вот мы это увидели по таблице. Нет, нет, нет. Вот по форму, которую мы заполняли, чтобы видно было, у кого есть партнеры, у кого нет. Вот по ней мы увидели, что очень много партнеров зашли, и партнеров у них нет. Приглашу, приглашу. Когда? Вопрос, когда? Ведь дорога ложка к обеду. Поэтому, ребят, давайте все-таки сейчас напряжемся, поработаем по акции и продолжим работать с приглашениями. Ведь именно от этого участка, именно от этого приглашения зависит наше движение дальнейшее. Я так думаю, что каждый все-таки хочет не просто вернуть свои деньги, да, вот как некоторые поступают, а все-таки выйти на доход. Я считаю, что 2000 это не огромная сумма. И каждый может себе позволить, потому что если пенсионеры могут себе позволить, да, такую сумму, ждут пенсию, вкладывают эти деньги, хотят выйти на доходы. Я думаю, что для каждой семьи это не критичная сумма, не критичная. И один единственный раз сделать вот такое, что вложить 2000 в свой бизнес, ребят, это и мой, и ваш тоже бизнес. Одна я здесь ничего не сделаю. Одни лидеры тоже ничего, ничто без команды. А именно командой, когда мы идем, получается вот такое сильное движение. И если мы зашли один единственный раз на сумму 2000, выполнили минимум, а минимум это пригласить двух партнеров и помочь им, кого вы пригласили, им именно помочь, сделать то же самое.
Все, больше ни от кого ничего не требуется. И если мы будем это выполнять, то поверьте, что мы реально дойдем до очень-очень хороших денег. Теперь следующее еще хочу сказать, коль мы на этом остановились, по акции я рассказала, но более подробно это будет выложен в чате скрин с текстовкой, что именно требуется по этой акции. По акции это партнер для наших новичков, а не тех, кого вы уже пригласили. Тех, кого вы пригласили, вы их приглашали на 2000, а именно новички. То есть вот вы приглашаете совершенно нового партнера, которого нет в нашей таблице, и, соответственно, он уже пойдет у вас по акции. Давайте рассмотрим еще один слайд и перейдем к нашей дорожной карте. Этот слайд для нас важен, чтобы понимать, как все-таки у нас будут происходить переходы, что для этого нужно будет делать. Со стартовой площадкой мы с вами разобрались. Когда мы здесь закрываем первый раз, закрываемся, зарабатываем вот эти 2000, на тех аккаунт не надо их перекидывать, они сразу будут уходить вместе с деньгами 2000 из накопления в World Money. То есть в том же порядке. Заработали вы деньги, я вам активирую 4 стола в платформе World Money на 14 тысяч. Все, сюда зашли таким образом. А вот в AutoEnergy мы уже заходить будем совершенно по-другому. Почему? Потому что вы помните, что в этой платформе очень большие реферальные выплаты. На втором столе там 60 тысяч реферальных выплат и на четвертом столе 120. Итого 180 тысяч реферального бонуса. Это очень серьезный бонус. И, конечно же, отслеживать, как я это делаю здесь, я бы не хотела, но думаю, что вы тоже этого не хотите. Поэтому будем проходить еще одну регистрацию. Уже у нас партнеры подошли к тому моменту, когда могут перейти на автоэнерджи. И, соответственно, движение здесь, можно сказать, что начало положено. Итак, заходим сюда таким образом. Когда наступает ваша очередь, вы получаете реферальную ссылку от партнера, то есть не моя. Если здесь мы идем все по единой ссылке, по моей, то здесь будет у каждого уже отдельная ссылка. Вы получаете ссылку от вышестоящего партнера и регистрируетесь под ним. Три последующих партнера уже берется ваша ссылка, дается трем партнерам, и они регистрируются уже по вашей ссылке. Здесь никакой ручной расстановки не будет. Здесь, несмотря на то, что это можно было бы делать, но пойдем здесь по классике. То есть здесь все будут реинвесты переходить вышестоящим партнерам. Ничего от этого не изменится, но не надо будет отслеживать ничего абсолютно. И плюс все доходы и все реферальные бонусы будут приходить конкретно на ваш счет, на ваш баланс в вашем кабинете. Поэтому вот стартовая площадка и как переходим дальше, они очень важны. Но, как вы помните, в Golden Ring мы попадаем на автомате после того, когда закрываем World Money. То есть закрыли, только у вас стал, даже не закрываем, а когда у вас появляется первый партнер, вы уже сразу переходите в Golden Ring. То есть это тоже идет автоматический переход. Ну и теперь давайте все, о чем мы сейчас проговорили, обобщим на одном слайде, то есть именно конкретно на нашей дорожной карте. Наша дорожная карта, в принципе, она не сложная, не тяжелая, несмотря на то, что многие не могут пригласить, но я думаю, что если правильно рассказывать и правильно приглашать и объяснять человеку, куда мы движемся. Так, микрофончики, пожалуйста, выключаем. Спасибо. А куда мы движемся? Я думаю, что интерес это все-таки вызывает. У вас же вызвало интерес, потому что вы правильно услышали. Поэтому точно так же старайтесь доносить информацию тем людям, которых вы приглашаете в бизнес. Итак, мы с вами стартуем с 2000 рублей в платформу AutoEnergy Mini, что является нашей стартовой площадкой, сразу в третий накопительный стол. Затем переходим в четвертый стол. Получаем доход 6 тысяч, из них 4 тысячи доступны к выводу, 2 тысячи остается в накоплении у вас. Дальше, перейдя в пятый стол, мы с вами зарабатываем 24 тысячи, из них 12 тысяч, первые 12 тысяч, к ним добавляется 2 тысячи, и мы переходим в следующую платформу World Money.
А оставшиеся 12 тысяч, это второе место, это уже наши деньги в карман. Поэтому получается, что стартовая площадка приносит нам доход в общей сложности 16 тысяч. Итак, когда мы перешли в World Money на 14 тысяч, сразу на 4 стола, закрыв эту площадку, мы с вами попадаем в Golden Ring, в платформу Golden Ring, на полном автомате, то есть это без нашего участия происходит. И отсюда, из заработанных денег, мы с вами берем 30 тысяч и уже проходим регистрацию и активацию именно в платформе в AutoEnergy. То есть это самая дорогая платформа, в которой мы сейчас присутствуем. Что получается? Мы с вами работаем в World Money, остаемся работать, да? Откуда будет идти, вернее, доход? То есть стартовую площадку мы закрыли, заработали 16 тысяч, все, в стартовой мы больше не получаем ни копейки. Поэтому деньги зарабатываем только в следующих платформах. Это World Money, который будет приносить доход каждый раз по каждому закрытию 85 тысяч. Golden Ring, который приносит доход 320 тысяч. И в AutoEnergy. AutoEnergy будет первый раз принесет нам доход 2 миллиона 610 тысяч, все последующие разы за минусом первого и второго стола. Это третья платформа. И четвертая платформа, маленькая наша платформа Payday, которая точно так же на автомате мы туда перейдем, ничего не делаем, потому что имеем 50 клонов от платформы Golden Ring, мы ее закрываем. То есть каждое закрытие платформа Golden Ring будет давать нам 50 клонов в платформу Payday. Итого 4 платформы у нас будет в работе. Ребят, деньги очень хорошие, не маленькие, но для того, чтобы их иметь, все-таки нужно начать вот здесь работать. Не ждать, не вложить просто 2000, да, а выполнить вот тот минимум, о котором я вам говорю. То есть два партнера, 2000, два партнера, и им помочь выполнить то же самое. То есть партнерам, которых вы пригласили, нужно помочь. Итак, мы сейчас с вами разобрали наше движение, именно командное движение. И остановлюсь только, ну, я так думаю, что это ни для кого не секрет, но тем не менее хочу еще раз это проговорить, чем отличается все-таки командное движение от движения, которое вы делаете самостоятельно. Вот здесь вы один единственный раз внесли 2000 и пригласили двух партнеров, да? И помогли своим этим партнерам то же самое сделать. И все, и больше от вас не требуется ничего. Мы же с вами участвуем еще во многих компаниях. Ну, лично я не участвую, но я знаю, что ну, 99% наших партнеров, они присутствуют не только на нашем движении, они работают еще и в других компаниях. И каждый из них должен помнить, да, каждый из нас, каждый из вас должен помнить, что когда вы заходите на какие-то компании, и там нет вот командного движения, да, никто под вас людей не будет ставить. То есть вам нужно самостоятельно заняли место в матрице, соответственно, самостоятельно нужно пригласить под себя партнеров. И именно под собой делать самостоятельно эту структуру. Пригласили вы партнеров, допустим, первого, второго, они не рабочие, да, вы должны дальше продвигать, ставить партнеров, либо своих личников, а это будут конкретно личники, которые будут идти за вами, но это уже будут далеко не два партнера для того, чтобы именно вам выйти на доход. Понимаете? Есть разница здесь один раз 2000 и два человека, и есть разница, неважно, на 12 долларов вы заходите, на 30 долларов вы заходите, на 100 долларов вы заходите, но под собой нужно будет уже строить структуру самостоятельно. И кто бы вам что ни обещал, если вы заходите самостоятельно, то самостоятельно и будут строить. Поэтому на сегодня, в принципе, я рассказала полностью движение, рассказала все о наших переходах, как мы будем закрывать именно второй стол. То есть, если не будут лично приглашенных, закрывать этого партнера не будем. Двигаемся дальше, закрываем тех, у кого они есть. Если на этот момент у вас нет, ну, подходит время вашего закрытия на 6 тысяч, соответственно, и у вас нет партнеров, вы можете перейти либо
Вот именно на пассивный доход можете дать 4000. По таблице я вижу, что очень многие партнеры к этому готовы, и они говорят, что я буду вносить, если у него один партнер 2000, у кого нет двух партнеров, вносят 4000. И на эти деньги мы проводим акции. То есть заходит на 4000 4 партнера, на 2000 2 партнера. То есть никто их себе в карман не ложит, все заинтересованные не кладет, и все заинтересованы, чтобы было движение, именно движение. Поэтому интерес огромный у всех, и что бы ни происходило, я думаю, что каждый в этом тоже заинтересован. А для этого нужно просто сделать небольшие движения. Давайте теперь вопросы задаем. Так, вопросов нет. Раз вопросов нет, тогда давайте на сегодня мы завершим. Я сейчас подготовлю слайд по нашей акции «Вход 1300». И сегодня выложу это все в чатах и начинаем активно принимать участие в этой акции. Еще раз повторюсь, она короткая, всего лишь до 15 числа. Количество партнеров ограниченное, 33 человека. Но это не последняя акция, но тем не менее, когда будет следующая, я сказать не могу сегодня. Будем смотреть, будем видеть и будем смотреть на приход денег. Итак, хочу пожелать вам всего самого хорошего, хорошего настроения, набраться такой активности, стать динамичными и, естественно, абсолютно всем всех благ вам, ребят. Пока-пока.